В Славянском районе развивается 24 вида спорта. Каждый ребенок может найти себе занятие по душе. Для тех, кто только собирается записаться на спортивную секцию, но пока не определился в какую, мы хотим рассказать о таком направлении, как конный спорт. Кому он подойдет и чем интересен, смотрите в следующем материале выпуска. Алина Сизентова в отделении конного спорта занимается уже 6 лет. Побывав здесь на экскурсии с классом, Алина буквально влюбилась в этих красивых, сильных и грациозных животных. Здесь учат ухаживать за лошадьми, понимать их психологию и, конечно, работать в паре. Только при полном взаимопонимании и доверии друг другу, всадника и его лошади, можно добиться результата в обучении, впоследствии и на соревнованиях. Безусловно, любовь к животным, терпение и дисциплинированность – это три самых важных составляющих успеха в таком виде спорта, как конный. Ну, во-первых, связь с животным, любовь к животным. Вот те, которые боятся, они сюда не приходят. И опять же, ну, как спорт, когда ездишь на лошади, работают все группы мышц, все. Вот, баланс, равновесие, осанка, там, ну, много факторов всяких. Вот, приходят немножко такие сутулые, там всяко разные дети. И вот потом начинаем гонять, начинают выравниваться. В Славянском районе конный спорт стал развиваться с конца 90-х годов. Благодаря тогдашнему председателю комитета по физической культуре и спорту Юрию Александровичу Давыдову конюшни местного колхоза были переоборудованы под конную школу. Сегодня отделение продолжает активно работать и развиваться. Здесь занимается около 45 ребят самого разного возраста. Занятия проводят три высокопрофессиональных тренера. В группы начальной подготовки принимают с 10-11 лет. После детей переводят в учебно-тренировочные группы, где их учат выездке, конкуру, троеборью. Любое занятие начинается с техники безопасности, затем дается теория, которая обязательно закрепляется на практике. Занятия длятся по 2 часа, у начинающих спортсменов 3 раза в неделю, у старших групп до 5 раз в неделю. Несмотря на большую нагрузку, дети с удовольствием сюда приходят и стараются не пропускать. Я занимаюсь с этого года, с февраля. Моего коня зовут Гранат. Он, ну, хороший, добрый. Он достаточно взрослый, поэтому он может... Он знает уже, как обращаться с детьми. Я выбрала этот вид спорта, потому что с детства мне очень нравились лошади, мне очень нравились животные. И все-таки уговорила родителей и пошла. Конный спорт. Запись в отделении конного спорта начнется в сентябре, но можно прийти и раньше. Обучение здесь бесплатное. Все интересующие вопросы можно задать по телефону спортивной школы «Изумруд» 2-73-74.